Застыли слезы на глазах. Господь, дай утешение. Нет сна в заплаканных глазах, одно недоумение. Беда пришла в мой светлый дом, пришла, да не одна, и закрутила все клубком, и душу потрясла. Прости, что так тревожусь я, когда бушует шторм, что я спокойно не смогла спать рядом со Христом. Когда поднялась надо мной огромная волна, экзамена святой покой я так и не сдала. Отчаявшись в своей беде, к неверью своему, кричала я: Господь, к Тебе, зачем и почему? Что здесь могу поделать я? А скалы ветер бьет. Кто, как не Ты, спасет меня? Кто волны отведет? И Ты послал мне свой ответ, и показал мне страх, и то, что веры в сердце нет, она лишь на устах. И когда лодка шла ко дну, Ты уже близок был. Смотря на панику мою, Ты мне проговорил: не бойся, чадо, я с тобой, всегда с тобою я. Я дал тебе побыть одной, но не бросал тебя. Искал я веру у тебя и бурю допустил. Позволил я прийти ветрам, но я не дал сверх сил. Склонивший голову свою уже в который раз, взялась я за руку твою и поняла в тот час, что весь мой показной покой покоем и не был, что ты меня через прибой доверью учил. И жестом бурю укротив, ты ободрил меня: не огорчайся, не грусти, ведь я учу тебя. Из первого в десятый класс ты сразу не пройдешь, на жизненном пути не раз колени ты собьешь. В учебе так, упал да встал, но ты не стой, иди, навстречу будущим ветрам уверенно смотри. Средь бурь и суеты сует тебя я проведу, среди невзгод и среди бед тебя я закалю. Вот я мой мир даю тебе, вот я даю покой. Доверься мне среди скорбей, ты за моей спиной. И вот настала тишина, шепчу тебе: прости. В твоих руках моя судьба, веди меня, веди. Все намерения твои со мною соверши, свои священные пути открой и покажи. Смиренно улеглась вода, так будет не всегда. Не суетись, душа моя, ты в лодке у Христа. Аминь.